знакомься, ребята. Ютуба на проводе. И прямо сегодня я покажу топ-3 аккаунта. Первый аккаунт — аккаунт бронзы. Второй аккаунт — аккаунт голда. И третий аккаунт — это аккаунт легенды. Я не шучу, это будет очень крутое видео. Потом присаживайтесь поудобней. А мы... Но ты посмотри на эту малышечку, на эту красоточку. Это перчатки Неутра. Они стоят 4,5 косаря. Братанчик, я тебе их дарю совершенно бесплатно. И чтобы получить бесплатно, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотрев с видео от начала до конца, без единой перемотки, я буду проверять, это очень важно. И третье, самое-самое главное — напиши любой хороший комментарий и твое ID. Все, братанчик, я тебе желаю удачи, а мы приступаем к обзору аккаунта. И первый аккаунт — это, ребята, аккаунт типичной бронзы. Мне очень интересно посмотреть, что же там у него за инвентарь, что и как. И вообще, давайте смотреть. Как мы видим, у него, ребята, ранг бронза 3. То, что доктор прописал. Смотрим дальше. В соревновательном режиме у него сильвер 1. Да ты шоки, бракотрин-то какая? В четвертом сезоне сильвер 2. И в третьем сезоне сильвер 2. Вы мне расскажите, это ПК, да это же сильвер, а не бронза. Не-не-не, братва. Ща-ща-ща. Смотрите, в союзничках. В третьем сезоне зоне бронза 3 на базу. Я вот, знаете, чего поражаюсь? Как у него может быть бронза 3 и плюсовое КД? В моем понимании, если ты бронза, у тебя должно быть минусовое КД. Обалдеть, не встать, вот это понимаю. Так, ну что же, давайте посмотрим, сколько у него онлайн в общей статистике. 1000 часов, и ты до сих пор бронза. Братик, бери тренировочки у Кента ПК. Я потный тренер, я подниму твой скилл. Точность 13%. Ну, брат, слабенько, слабенько, слабенько. Даже у меня побольше. О, а теперь самое интересное, давайте посмотрим, как же он играет в обычном ММ и в соревновательном режиме. И, о, сегодня он играл, и мы видим то, что он в одно КД отыграл. Хэштег непогано. А вчера он отыграл, а вчера он отыграл в 2 КД. Чел, да ты киберкотлета. А позавчера как отыграл, давайте посмотрим. Позавчера обратно в 1 КД. Да я не понимаю, он же хорошо играет. Тут отыграл в 1,5 КД, неплохо. А как отыграл тут, а? Тут играл обратно в плюсовой КД. Я вообще не понимаю, как у него бронза и силлер, если он играет в плюсовой КД. О, мне очень интересно почитать, что же он пишет в личное сообщение. Привет, ты не мог бы дать мне голдишки? Братва, вы чё, вы у бронз голду просите? Ой-ой-ой-ой-ой. Зайди на 1 минуту, оцени USP. О, братанчик, мы еще 2 USP ценим, не переживай. Можешь слить авик по закуп. Вы теперь поняли, в чем прикол? Нет. Оказывается, эта бронза сама попрошайничает у всех голду. Что? Я понял. Типа у него просит голду, он пишет: не, я сам бомж. А в этом сообщении вообще просит голдишку, просто что ему слили авик по закупу. Все понятно. Мы нашли того типа, который пишет всем личку: бежи, дай голды. Это он, знакомьтесь. Я охерел просто. Но прямо сейчас мы переходим в инвентарь. Бум! Монтажер, можно эффект взрыва? Окей. Переходим в инвентарь. Бум! 3, 2, 1. Оу, май, это бронза. Да ты что, донатерские перчатки скуплены у голбаса, что? Дирамбит Клау, который стоит 4 косаря, чего? АКР-12 Атрек, который тоже будет по-любому стоить 1002 голды. АВМ Винтерспорт за 7 косарей. АКР Стил Грип, сочный АКР, если ошибаюсь, можно получить только за уровень, да? Вау, вот это у него инвентарь, я в шоке. Но, к сожалению, на этом все его арканочки заканчиваются. Тут уже пошел какой-то шил. Так, братан, пока он не видит, я думаю, наклеечку приклею. Одну. Все, братан, братан, все, все, приклеили. Надеюсь, он не заметит. Обалдеть. Вот так вот выглядит аккаунт типичной бронзы. Даже есть донатерский графти пак. Ну, ясен пень будет стоить недорого, но тем не менее, он есть. Это реально круто. Ну что же, ребята, мы посмотрели аккаунт бронзы. В принципе, ну, я ничего другого не ожидал. Куча камона, куча рарок. Ну, в целом, такой... Ну, дешевенький инвентарь, если честно. Ну, а прямо сейчас мы переходим на аккаунт голда. Вот там-то будет реально интересно. Погнали!
Ну а прямо сейчас мы находимся на аккаунте Голда! То есть Голд, по сути, это самый дефолтный, обычный, стандартный игрок. Давайте посмотрим, что же у него по рангу. Мы видим Голд 3, а в прошлом сезоне что у него было? Лучший ранг Феникс. Да, ребята, максимальный предел Голда это Феникс. А что было в третьем сезоне? Ого! А во втором? А, второй сезон это... Понял, понял, не было. Смотрим, что же у нас по союзникам. Вы честно спросите, кем ты ПК? Я тоже хочу конвентать ПЖ до голдишки. Братва, есть ответ на ваш вопрос. Конечно же, на полдропчике, тем более, там вышло обновление, там нереально крутые кейсички добавили, они очень дешевые, но, братан, залетай и поднимай топовый инвентарь так же, как и у меня, потому что полдроп это топовый дроп. Плюс там есть булпасы, в котором ты можешь вообще совершенно бесплатно получить такие скины, такие ножи, даже керголд можешь получить бесплатно. Ну и это не все. Также лично от нас с полдропчиком я хотел бы тебе подарить халявный кейсичек. Вводи промик и получай его на халяву. Все нужные ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ну что же, а мы идем дальше. Ширанг Голд 4. Обалдеть! В третьем сезоне мастер. Ничего себе, так у нас это прям какой-то Голд киберспортсмен. Ничего себе у него стата. 1.35 кд, 900 число онлайна. И давайте посмотрим, как же играет наш с вами любимый Голд. Заходим в его историю матчей и мы видим то, что он играет. Он играет хуже бронзы, какая-то минус свой кд. Дорогольщики ты моя, как вы это видели? А как отыграл Тута? Так, Тута отыграл в 3 кд. Я что-то его не пойму. Он то ли играет слишком хорошо, то ли слишком плохо. Опять минус свой кд, а тут обратно плюс свой кд. Ну, как мы видим, Голд это такой игрок, который играет с переменным успехом. Иногда все хорошо, иногда все плохо. Ну, в принципе, как и было логично. А что ему пишут в личное сообщение? Давайте смотреть. Про ПЖ, помоги, меня заскамили. Обалдеть! Абсолютно все у него просят Голду. Вы скажете, кем-то ПК. А почему? Надеюсь, вы готовы. Да. Три, два, один. Бах! Брат, эффект взрывчика. Блин, опять. Ну ладно. Три, два, один. Бах! Так, ребята, это только начало, это новые скины. Так, слушай, пока никто не видит, пока не видит владелец аккаунта, я один фейбл-кейсик открою. Юмпит Серберус. Блин, лучше бы не открывал бы. Перчатки с донатерского голдпасса. Ну, как мы видим, Голд это более такой уже обеспеченный человек. У него по-любому будет дорогой инвентарь. Так, что я смотрю? Наклеечки. Много наклеечек. Очень много наклеечек. Ну, нас интересуют арканы. Ну, это, ну, стикеры, стикер. Ну и что с него? Гент Пепа. Вот это поворот. Это как Голда? Что? Раз, два, три. Обалдеть, 8. 18 пар перчаток. Чего? Ножи. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 нож. Вы серьезно? Да это же просто инвентарь мечты. Ребята, кстати, да, я тоже Голд. У меня, кстати, да, тоже очень дорогой инвентарь. Ничего себе. Снукера Голда нет. А знаете, что мне интересно? А если в этом аккаунте есть? Дорогие наклейки есть. Это ВМ Генезис? Что? Обалдеть. Дед не встать, ребята, какая же это имба! Это аккаунт Голда! Просто дефолтный аккаунт Голда! Вау, P350 Fury Spirit, ляки, крутые наклейки, блатные. М4 Самурай Хэллоуин, наклейки, йоу, мэнчик. Ты чё, банк ограбил? Не, конечно, все понимаю, но я в шоке. Я такие дрыхи на тренингах в жизни не видел. Ну, нормально, просто так и лежат. 4 арканы. Вот еще 3 арканы на М40. Кстати, сколько стоит это М40? М40 стоит 300 голды, арканы стоят 1000 голды. Что? В М-спорт В2? Вау, какие сочные наклейки. У кого пристал, плюсик чат. А вы, Витер Спорт, он стоит 33 косаря, и плюс на нем еще 4 арканы. Да блин, этот чел просто сумасшедший. Откуда во? Откуда во? Скажите мне, от... Это как? Это как? Откуда ты споймал Кэрспорт? Это обычный дефолтный Кэрспорт с наклейкой Панишер и 3 арканами. Это просто нечто нереальное, ребята. Мама дорогая, мне плохо. Мне реально плохо. Вот это инвентарь. Я просто в шоке. Окей, давайте смотреть дальше, потому что я уверен, мы на этом не остановимся. Если я что-то пропустил такое дорогое, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Так, эпики. А вы Феникс Голд Скул. Вау! 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 Как
какая же это имба, ля, братва. Греболи, бабу, вот это скины, вот я понимаю. Так, ну что же, смотрим дальше. Дальше пошли рарочки, 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 много рарочек. Ты что, это долбанная энкомонка? Сноу Квином, что? Вы понимаете, этот тип приклеил 60 коголды. Я в шоке. Просто он псих, откуда у него так много энкомонок с такими дорогими наклейками? Вау. Просто вау. Вот это там, что? Что? Это голд скулы! Он голд, и у него на аккаунте голд скулы! Что это, шелды? Чего? Чё, ты вообще сумасшедший? Голд скулы стоят по 65 косарей, ничего себе! Просто три наклейки стоят суммарно 200к, прикиньте, 200к! 200к, это только три наклейки, а у него ещё есть весь инвентарь, этот аккаунт стоит минимум, не знаю, миллион голды, минимум. Обалдеть, не встать. Ну а дальше у нас пошли дефолты наклейки, очень много крутых аркан граффити, но этим ты нас не удивишь. А дальше рарочки пошли, все по дефолтику, и давай посмотрим в запросах. Запросы на продажу. Что же он продает? Зачем ты продаешь этот 9 сплэш за миллион голды? Ну что, для меня это вообще непонятно. А что за дичь? Посмотрите, как много скинов продается. Дальше Скорпион Кейсы продаются, Акар Эволюшны продаются. Может, с наклейками? Нет, без наклеек. Посмотрите. Он, походу, все скины чисто по фану выставляет за максимальную цену. Вы посмотрите, выставляет за 9999. Дядь, ты чё? У тебя ж никто не купит. И тут даже наклеек нету. На этом его аккаунт заканчивается. Давайте еще посмотрю историю продаж. И он кому-то продал за чарм за 0,8 голды. Почему не мне? Почему ему? Да вы посмотрите. Так, опять продал за цену за 700 голды. Он стоит 1000. Ничего себе. Перчатки продал. Обалдеть. Которые стоят 600 голды за 0,03 кому-то тоже. Ну что же, ребята, как вы поняли, это очень щедрый гол. А что же будет на аккаунте легенды? Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну а мы переходим на аккаунт легенды. Погнали! Наш аккаунт легенды! Это один очень жесткий киберспортсмен, которого я, между прочим, даже выигрывал. Ну что, братва, переходим к нему в профиль. Вы же скажете, что это пока так это не легенда. Стоп, стоп, стоп. В этом сезоне очень много софтера, поэтому сейчас он поднять легенду не смог. Но зато в прошлых сезонах смотрите и молчите. Легенда! Легенда! Что, по союзникам спросите вы? Сейчас покажу, сейчас покажу. Легенда! Элита. Во втором сезоне он не играл. И самое интересное, у него 6500 часов онлайна. Прикиньте, насколько же он жесткий. И да, он еще, ребята, в клане самого фермера. Прикиньте, насколько жесткий тип. Ну что, давайте не буду тянуть резину. Погнали, посмотрим его инвентарь. Потому что у него по-любому должен быть разносный инвентарь. Я вижу кучу аркан. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ножей. М9 Bayonet, Dragon Glass и имба. Фамбум, М40 монстр. Ничего себе инвентарь у легенды. Вы посмотрите, как много у него дорогущих скинов. Обалдеть, его аккаунт стоит по-любому 1100 голды, не меньше. Вау, да ты что. И самое интересное то, что у него нету никаких ненужных скинов. У него даже есть USP Genesis. Что? Обалдеть, USP Genesis подорожал, стоит 43 косаря. Кстати, прикиньте, это мой USP Genesis, который я продал за 28к. АВМ Спорт V1 с наклейками АВМ Мастер. Он, кстати, очень хорошо играет на авик. Я вам сейчас покажу. Вот я еще уверен, что в статистике у него очень много кило будет с авика. Посмотрите, посмотрите, авик на втором месте. Точность 30%. Я просто в шоке. Вот это, ребята, аккаунт легенды. Ничего себе, какие у него крутые скины. У него крутой КР статрек с четырьмя Хэллоуин наклейками. Его аккаунт стоит 1100 голды. Это Desert Eagle. 4 самурая. Я обожаю самурая. Это мои самые любимые наклейки в мире. Да! Какая же это имба, ребята, просто прожмите за это лайк. Посмотрите, как много у него граффити, аркан, каждый из которых стоит... по 8 голды всего лишь? Так дешево? Вот такой вот у него аккаунт, очень крутой, очень дорогой, очень интересный. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, а вы видели, что это посмотрелик, уважаемые подписчики? Прямо этой секунды прожмите лайкосик, подпишитесь на мой YouTube канал, если вы хотите на халяву получить лично от меня скин АВМ Спорту, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой телеграм по ссылочке в описании, она будет сам вверху. Все, братва, с вами была Шкентуха, если понравилось подобное видео, предлагайте ваши идеи в комментариях. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем добра, позитива, всем пока!